Привет, моя дорогая. Знаю, 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 что вы поссорились, знаю. Уже держу карты для того, чтобы посмотреть, что он там из тебя делает, что он там о тебе думает. Итак, что он там без тебя делает? Загадывай своего партнера, проговори его имя, возраст. Что он там без тебя делает? А что он там о тебе думает? Он готов повиноваться ситуации. Страдает, что ли? Он получает по заслугам. Тут он явно не прав в этой ситуации. Тут он явно ведом какими-то своими амбициями. А, тут какая-то сущ владеет его мыслями, какая-то навязчивая идея. Страсть к тебе. Страсть, вот что он думает. Думает о том, что он запутался в тебе, как в паутине, и хочет он к тебе бежать на крыльях. Вот он вышел сам на разговор. Это все правда, то, о чем я говорю. Ну, а действовать ты будешь. Он ждет, когда богиня Ирида пошлет ему знак. Богиня любви скажет: иди и действуй. Ну, так конкретно. Он боится, что ему какое-то проклятие высшей силы пошлют, если вдруг он не будет действовать в твоем направлении. Он считает, что у него кто-то украл счастье с тобой, а хотел бы семьи. Он мечтал об этом. Может быть, вы и были семьей, да? Слушай-ка, он готов трудиться над отношениями. Наверное, дальше не стоит продолжать. На этой замечательной ноте мы закончим. Дело в том, что тут человек улетит в бумеранг, и он готов задуматься о том, что же между вами произошло. Дай ему время. Тут все идет по задуманному плану на пользу тебе. А с личными консультациями обращайтесь по телефону в описании канала, либо в первом комментарии, прикрепленном к этому видео. WhatsApp, Viber, Telegram с 10 утра до 10 вечера по московскому времени.